заполнен, и это приятный факт, потому что мы видели сегодня, что ну, какие-то другие люди. Хотя, конечно, и португальцев, и испанцев здесь много, они с удовольствием купаются в море. Не стадион Фиш. Главное, что им есть чем сравнить, они же сами, в общем, на полуострове живут, да, куда ни плюнь, везде море, которые долгое время развивались как нулевые ничьи. До встречи равных команд преобладала осторожность. Сегодня, наверное, решение уволить главного тренера сборной Испании Юлина Лопетеги прямо в канун первой игры. Испания когда становилась чемпионом мира, чемпионом Европы. Под его руководством прошла смена тренера Суи Сараканеса на Висенте Дель Боре. За день до чемпионата мира уволят тренера. А что случится в команде, в которой за день до чемпионата мира его назначат? С другой стороны, очень сосредоточенные футболисты. Для сборной Испании два последних крупных турнира оказались провальными. Команда вылетела из группы на чемпионате мира, где она защищала свой титул. И затем вылетела в 1/8 финал на чемпионате Европы. Такие... Может, придется стать трагическим героем сегодняшнего или вообще этого турнира. Возможно, он станет героем безо всяких кавычек. Слева Бруно Фернандо, 16-й, справа Бернардо Силва, 11-й. Криштиану Роналду на острие атаки, а под ним... Либераторе и Маура Тонулини. И вот Криштиану Роналду и Серхио Рамос в центре. Легендарный футболист, автор победного гола в 2010 году. Это его последний чемпионат мира. 22-й Иско. 25-й. В полуфинале проиграли сборной Чили. И игра началась. Испанцы сегодня в белом. Последнюю передачу вперед. Скидка головой. Роналду заслонил мяч от Давида Силы. Обыгрывать по нападению. Судья, это думаю, все-таки... Да, это пенальти. Пенальти! Нарушение правил несомненное. Возможно, сейчас будет прибегнуто к помощи. Ну но да, вообще, да, все штрафной. В штрафной происходило. Смотрим на движение ног. Но это пенальти. По-моему, он не нужен здесь. Да, ну и прямо в самом начале игры. Как же португальцы взялись за дело? Испанцы, похоже, этого не обещали. Помолчим. Мяч ворота. Криштиану Роналду 1-0. Первый пенальти на турнире. Первый гол в дебюте игры. Вот такая вот вам и разведочка. И это, надо сказать, первый гол, который Роналду забил в своей карьере в ворота сборной Испании. Он до этого 4 раза играл против испанцев. Ни разу не сумел отличиться. И вот тут в России на стадионе, Олимпийский стадион Фиш, уже на 4-й минуте Криштиану Роналду. У испанцев в этом месте играет Иско, мастер паса. Человек, который переключает скорости, ритмы. А у португальцев играет Гедеш, который является игроком рывка, который является человеком, который уже в нужном... Ты реализовал. Испанцам надо приходить в себя. Голевую передачу некому записать абсолютно. Можно записать Роналду. В некоторых чемпионатах так и делают. Правда? Здорово. Штрафной удар. Пока Испания не может. А вот так делают фэнтези-чемпионаты в компьютерных играх. Записывают голевой пас тому, кто заработал пенальти. У испанцев. Подача штрафную. Диего Коста борется там за мяч. Удар поворотом. Давид Силла. Первый его удар. Очень хороший сезон провел в Манчестер-Сити. Впрочем, кто там провел плохой сезон? Но вот, наконец-то удалось. Диего Коста сделал свою работу. Он зацепился за мяч, отбросил его рядом стоящему партнеру, в данном случае Силве. И тот, высоко подпрыгнул, конечно, не желает бегущего перед ним. 500-м Серхио Рамоса. Роналду пытается пробить. Рамос разобрался. О, как разобрался Рамос. Качал его, качал. Гедеш, да, спасибо, извините, не Роналду. Наверное, Роналду справился. Семерочка смутила. Спасибо, Кирилл. Смотрим повтор. Быстрая контратака сборной Португалии. Вот в такой ситуации. Это была бы уже почти катастрофа. И сейчас португальцы высоким прессингом отбирают мяч. И вновь штрафной. Кстати, Гедеш снова был в центре внимания. А Бускетс, ну это уже второй фол с его стороны. Желтая карточка по накопительной системе, да? Вильям Карвалью, это его надо спросить. На добивание должны быть мастера посерьезнее. Ну давай уже, не томи, родной. Подача, удар, она же. Ну, такое состояние, может быть, Гроги. Бускетсу досталось, наверное, за фолы. Да, желтая карточка еще по физиономии мячом. Как будто специально Роналду именно в него метил. Конечно же, это не так. Ну почему не так? Тем не менее, вот она, атака Испании. И Иньеста входит в штрафную. Обыгрывает Силва. Втроем бегут португальцы. Здесь Криштиану Роналду. Главным острием этого трезубца. Какая фантастическая скорость.
вытянул на себя защитника. Пас на перехват. Диего Коста входит на ударную позицию. Диего Коста наматывает защитника. Еще раз удар. И это 1-1. И это Диего Коста, который сыграл просто потрясающе. Португальцы чем-то недовольны. Сейчас посмотрим, что именно у них вызывает вопросы. Но Коста сделал этот момент просто невероятно. Как он убрал защитника и пробил в дальний угол. Нам подсказывают, что сейчас будут все-таки проверять, не было ли там игра нарушение правил в атаке. И сама игра к чемпионату. Ой-ой-ой, какой удар! Добивать! О, Руй Патрисио! А что показывает судья? Нет, ну, показывает, что был офсайд, но какое-то имеет значение. Руй Патрисио все равно был. Показывает нам Иска, который подходит к судью и просит посмотреть. Возможно, мяч все-таки пересек линию ворот после его удара, но давай еще раз смотрим после удара Иска, что произошло. Вот она, эта технология гоу-лайн. Прям совершенно неотразимого. Испания продолжает атаковать. Португалия в Гродне. Что, судья штрафной? Нет, похоже, что даже все остановились. Похоже, что арбитр все-таки после каких-то консультаций назначил штрафной и показал, более того, желтую карточку Бруно Фернандешу. Теперь уже у Испании хороший шанс. Не знаю, почему здесь желтую карточку нужно показывать. Бруно Фернандеш мяч играл. О, как здорово! Иньеста, Диего Коста, Альба, пас штрафной, Иньеста! Боже мой! Даже некоторые португальцы сожалеют, что сейчас не было гола. Это была восхитительная атака. Очень красивая атака, действительно, и через левый фланг, и с прекрасной игрой в пас, и ну, чуть-чуть слабым получился удар в касании его Иньесты. Нет, он был не слабый, это называется близок локоток, да не укусишь. Он был чуть-чуть не то в стиле. Пошла передача, Иска, удар поворотом защитника. Спрятались в момент удара, очень изящно. Вот смотрите, он получает мяч, сейчас вот перед ним защитник, и сию секунду вот удар, как бы выманив его на себя. Он почти никогда не бывает в атаке один с этой угрозой. Вот опасно может быть. Удар, поворот, Дехеа ошибается, Дехеа. Гол буквально прилипает к ногам Криштиану Роналду. Когда бы знали, из какого ссора растут голы. Ну какой тут стыд. Удивительный матч. Лучший вратарь этого сезона, по мнению практически всех, Давид Дехеа, который в Манчестер Юнайтед тащит такие мячи, что потом за голову хватаешься. Как он это мог отбить? Ну и сейчас такой удивительный ляп. Удар Роналду, но это удар, который вратарь должен был одной левой забирать. Ну, несложный удар, да, совершенно несложный. Но азартные аналитики в программе «Твоя игра». Испанцы выходят на второй тайм, который Криштиану Роналду, который, ну, буквально каждым своим действием, все они делают то, чего мы от них ждем. Иньеста хитрит. Пока обращаюсь я к своему коллеге Кириллу Дементию, по-моему, замену сборной Португалии готовится. Как-то вот так я бы сформулировал. Ну и действительно, мы 14-й Вильям Карвалью, опорный полузащитник, рядом с ним 8-й Жао Маутиньо, Бруно Испанцы на коротком пасе выходят из обороны не очень удачно, невероятности, и все были так или иначе связаны с мадридским Реалом. Сейчас может получиться у испанцев, значит, штрафной удар, довольно грубо сыграно. Когда Иньеста вот так владеет мячом, чисто у него, конечно, отобрать мяч мало кому в мире удается, потому что потрясающий контроль. Вот посмотрите, одно касание, второе, ну и вот дальше уже идет. И вот куда летел Жоао Маутиньо, собственно говоря, удар, в правильном положении уже оказываясь. Разыграли, Давид Силва. Кто-то упал, штрафной, опасный момент. Ой-ой-ой-ой-ой! Мама моя! Они завели мяч в ворота, просто взяли и завели. За ручку, как ребеночка из детского сада. Диего Коста опять. Ну что ты будешь делать? Ну разыграли, так разыграли. Интересно. Это, конечно, разыгранная вещь. Это наигранная вещь. Так оно должно было быть. Бускетс так просто на угловой доске не побежит.
ушла. Опасно. Иско не отдает мяч. Ну бей же, повылетает. Ну а что? 3-2. Что происходит вообще у нас сегодня на стадионе? Фиш забивает фантастические голы. Как Начо пробил. Он, мне кажется, так в жизни никогда не бил. Просто закрыл глаза, мне кажется, и вложил в этот удар всю свою радость от того, что он играет на чемпионате мира. Да, и стартовый состав. Как мяч, ну, если вы смотрите, как Иску бросился в борьбу здесь вот, да? И удар получился, ну, не знаю, что его проповедуют, практикуют. Отбор на месте потери, борьба в чужой половине поля за мяч сразу. Это то, что сделал Иску. И следствие давления. Любой футболист должен быть готов нанести завершающий удар. Играть в ворота непосредственно. Что случилось? Штрафной удар. У нас 3 минуты всего разделили. Голы Коста и Начо. На этот раз испанцы выстрелили дуплетом. Сбили. Себе загородил. Вот, если еще и португальцы пристроились. А ну-ка. Бух. Гол. Петри. Пенальти с игры и штрафной. Гений. Гений Криштиану Роналду. 3-3 становится счет в матче Португалия-Испания на 88-й минуте. Сам заработал, сам уложил в девятку ворот Давида де Хея. Можно говорить про стенку, но зачем? Зачем про это сейчас говорить? Ну, посмотрите, что мы с вами сейчас увидели опять. И такой еще, как Куарежма, даже не дернулся.